Михаила Виллера, поддержку фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана. Это вот часть подписей, которые мы увезем в администрацию президента. Сейчас смотрим, куда повезем, или на Ильинку, или на Старую площадь, где будет удобнее их принять, потому что какой-то акции, какого-то действия мы из этого делать не будем. Это совершенно спокойное, разумное письмо от разумных людей президенту России, написанное спокойным тоном, с уважением, с уверенностью, и больше 100 тысяч подписей добрых людей под этим письмом. По стране, значит, собиралось это все порядка 3 недель, то есть это очень быстро собиралось, полная самоорганизация, порядка до 250 точек по всей стране, от Калининграда и до Петропавловска-Камчатского, там до Владивостока. Люди собирали по доброй воле, ни одного инцидента не было. Обратный адрес обязательно ставили, потому что мало ли, вдруг президент захочет ответить, чтобы ему было кому ответить. Я думаю, что законно избранный президент никогда не пройдет мимо письма, под которым подписались более 100 тысяч достойных граждан России. Есть люди, которых мало кто знает, есть люди, которых много знают. Например, вот Алла Борисовна Пугачева, мне вот было очень приятно, она целое обращение записала. Наш товарищ Володя Шахрин и Володя Бегунов, которые нас уважают. И Шахрин в свое время один из первых, он из тех, кто начинал фонд в 98 году еще с Андреем Кабановым. Очень приятно мне было то, что Андрей Макаревич заступился. То, что Гоша Куценко приехал и специально выступил и сказал тоже. Ну, много добрых людей на самом деле. Леонид Ермольник, там, Михаил Прохоров один из первых заступился. Саша Любимов, мой старый товарищ. Мне было очень приятно, конечно, что Андрей Бельжо, кандидат наук и практикующий в прошлом, практикующий нарколог, просто приехал в реабилитационный центр, посмотрел все своими глазами и сказал то, что он думает, ну, как профессионал. Потому что очень много о фонде говорят люди, которые знать ничего не знают, никогда у нас не бывали, ну, а говорят со слухов разных, ну, таких недобросовестных людей, недобросовестных силовиков, недобросовестных СМИ. Мы всегда открыты, кому интересно, приедьте и посмотрите. Вот, очень, что вообще приятно, по Екатеринбургу порядка 50 тысяч подписей собрано по Екатеринбургу. Большинство из тех людей, кто подписался, готовы выходить на митинг в поддержку фонда. Но мы решили, что митинг не будем собирать до того момента, если у нас не будут отнимать здание фонда, мы пока не будем собирать митинг. Вот. Что еще хотел сказать, что мне было очень приятно. Заступились за фонд и за меня лично много замечательных писателей, в том числе знаменитый Михаил Веллер написал открытое письмо президенту. Под этим письмом более 7 тысяч подписей. Очень приятно мне было, когда заступилось научное сообщество. Первые номера ученых древнерусников, кто занимается древнерусским искусством, там в том числе и Герольд Иванович Сдорнов, Ирина Леонидовна Бусева-Давыдова, Наташа Камашко, там многие-многие реставраторы и серьезные собиратели, и музейщики подписали это письмо, мне очень приятно. Там и Третьяковка, и Русский музей. Просто приятно. Вот. Очень приятно, что за меня заступился мой родной ИСТФАК. Преподаватели, ученые, историки, тоже меня это очень тронуло. Коллеги, огромное спасибо. Приятно, что написали письмо в поддержку фонда и в поддержку меня. Литераторы Урала, весь союз писателей Урала, все добрые люди подписались, то есть это особенно приятно. Да и просто очень много добрых людей. Мы вот уже закончили сбор подписей, он продолжался 3 недели. Собрали мы больше 105 тысяч подписей. Но самое смешное, что люди идут, и подписи идут. Сейчас из Челябинска 1000 привезли, из Артемовска привезли еще 350 подписей. Люди идут и хотят подписаться. Скажу то, что я думаю, что если бы мы приняли решение собрать 1 000 000 подписей в поддержку фонда «Город без наркотиков», мы бы собрали. Это говорит о репутации фонда, это говорит об авторитете фонда и о значимости той проблемы, которую мы пытаемся решить. Ну, огромное спасибо всем добрым людям за доверие. Мы постараемся соответствовать и постараемся его оправдать. Ну вот как выглядят подписи. Они все подшиты, сброшурованы.
то есть чтобы там не было никаких ошибок, все подписи честные, то есть все люди не боялись оставлять свои обратные адреса, и мне просто гордо за граждан и приятно. Вот. Вот, пожалуй, все, и мы когда повезем подписи всех, приведем всем, скажем.